В Германии в центре внимания вызвавший неоднозначную реакцию общества выход в свет особой версии книги Адольфа Гитлера «Майн кампф». После Второй мировой она переиздана в этой стране впервые. В Мюнхенском институте современной истории, который готовил публикацию, уверены, что издание, снабженное критическими замечаниями, не только не будет способствовать, но и воспрепятствует пропаганде нацизма. Книга, состоящая из двух томов, снабжена научными комментариями, которые объясняют и опровергают ложные теории, приводят факты против идеологии нацизма и ненависти, содержат историческую оценку преступлениям национал-социалистов. Книгу, которая переводится как «Моя борьба», Гитлер написал в заключении в 1924 году. В России она внесена в список экстремистских материалов. Публикации некомментированной версии «Майн кампф» остаются под запретом и в Германии.